Создать праздничное настроение у избирателей постарались в Темиртауской школе искусств, где проходят выборы руководящей партии страны и депутатов городского и областного маслихатов. Отдать свой голос за кандидатов пришли многие темиртауцы. По словам председателя избирательной комиссии, начиная с 7 утра жители города активно идут на участок, чтобы исполнить свой гражданский долг. Конечно, ответственность у людей есть. Почему? Потому что заинтересованность у людей в том плане, что нам вместе жить в этом городе, нам вместе жить в нашей области, а также в стране. Соответственно, платформа каждого кандидата была достаточно освещена в средствах массовой информации, поэтому народ информирован. И глядя на то, что предлагают наши кандидаты, я думаю, что у них есть выбор, за кого проголосовать. Подготовка к выборам проведена основательная. Все урны запломбированы, бюллетени подготовлены, ведется видеонаблюдение. На избирательных участках работают наблюдатели, следящие за ходом голосования. Проследить, как люди голосуют, как они выполняют свой патриотический долг перед нашим государством. И также наблюдать за тем, чтобы не проголосовали дважды, чтобы было честно все. Всего для проведения внеочередных выборов в городе работают 59 избирательных участка. Проголосовать за своего кандидата темиртауцы могут как придя на участок, так и дома. Второй вариант предусмотрен только для жителей города, испытывающих проблемы со здоровьем. Это урна для выездного голосования, так как люди некоторые по состоянию здоровья не могут прийти на участки проголосовать. Поэтому, согласно заявлениям, которые были заранее приняты, будут объезжаться квартиры. Голосуя за кандидатов, темиртауцы надеются, что они оправдают ожидания людей, поэтому мысли о том, чтобы не идти на выборы, не было. А как же не голосовать? Надо своих представителей выдвигать с тем, чтобы они нас поддерживали, а не какие-то другие поддерживали, допустим, каких-то предпринимателей. За нас, за рабочих, чтобы было все. У каждого человека должен быть выбор. Каждый имеет право воспользоваться своим голосом и проголосовать за того кандидата, за которого посчитает нужным. Разголосуем, надеемся на них. Однако не все избиратели остались довольны выборами. Так, часть темиртауцев считают, что в городе была слабая предвыборная кампания, из-за чего некоторых кандидатов попросту не знали. Слабая освещенность политическая. По телевизору мало очень показывают, листовок мало в городе. Мало знают люди своих кандидатов, приходят, можно сказать, голосуют неизвестно за кого. Одного знаю, а остальных нет. Одного знаю, из-за него голосовала. В целом же, по данным избирательной комиссии, во внеочередных выборах приняли участие порядка 84 тысяч темиртауцев, а это около 80% от общей численности населения города. По результатам выборов депутатами областного маслихата от Темиртау стали Марат Ибатов, Светлана Брамонтова, Виктор Щетинин, Иван Георгиади и Булат Базарбаев. Состав городского маслихата обновился на 2/3. Главной же партии страны темиртауцы традиционно выбрали Нур Отан, отдав за нее 79,8% голосов. Искандер Байкенов, Сергей Баданин, новости Темиртау.